Красиво! Ай, как красиво смотрится вообще. Привет, Раш! Как у тебя дела? О, вкусные дети! Ты глянь, у него же слюна течет, как обычно, да? Вкусняшки, да, вкусняшки. Подождите меня, ты же нас не ешь, верно? Фигура, я еду в отпуск! А отпуск у нас будет протекать в Радужных друзьях 2! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы на канале из Комич, и мы смотрим, монстры из Дорс играют в Радужных друзей 2. Ты позвал нас в лес? Да, это очень интересный вид отпуска, да. Почувствуй себя бомжом в лесу. Ну, это очаровательно. Собственно, наверное, для монстров из Roblox Doors это даже повышение в каком-то смысле. Фигура, ты очень тупой. Вау. Как же он его затроллил. Боже, бог троллинга просто. Так, значит, меры безопасности. Что он делает? Это бесплатное путешествие. Чё ты... А чё ты ревёшь? Чё... Это запоздалая реакция на то, что ты тупой? Ну, ты реально тупой тогда, фигур. Если ты только сейчас ответил. Привет. Кто ты? Альберто. Ты похож на Альберта Эйнштейна. Я Альберто! Деда, короче, затроллили уже. Вы что тут делаете? Мы приехали отдохнуть. Прекрасно. А что ты ржешь? Ой, слушайте, вот этому парню я бы не доверял. Ну как парню? Вот этому престарелому парню я бы не доверял. У него улыбка вообще не располагающая. Монстры вы сказали. Сказали, да. Вы не монстр. Тимати, ты-то не монстр, ты тот еще монстр, ты как он из шкафа, как из шкафа выпрыгиваешь, а рэп твой вообще, ай, да ладно, не важно. Так, ну, я не с тобой говорил, стой, есть еще монстры, помимо Скрича, бедный Скрич. Я так понимаю, его постоянно, его там над ним угорает, да? Я уверен, только говорит, ваше воображение. Что такое воображение? Сос-лампу. В каждом парке такое есть. Этот отпуск плохой, мы опять работаем. Да, да, есть такое. Это, знаете, это как во время отпуска залезть в какую-нибудь MMORPG или GTA RP или что-то в этом роде. Здесь все время работать надо. Вроде отдыхаешь, но при этом работаешь. Наслаждайтесь. Погоди, я помню этого чувака. Так. Ого, сейчас он нажмет страшную кнопку. Он собирается нажать на красную кнопку. И это всего лишь откроет гараж. Вот с этими вот додиками. Здрасте. Пурпуль, привет, Раш! Говорит синий. Как у тебя дела? О, нет, они друзья старые, да? Сейчас они снова воссоединятся и дружески обнимут друг друга. Хотя Рашу нечем обнимать. Опять эти ребята. Я люблю их! Ну, Раш, тут мы с тобой, конечно, совпадаем. Все мы их любим. Как можно не любить эти рожи? Кто эти друзья? Ура! Че ура-то? Ты спросил, кто эти друзья, потом сказал ура. Ты же не получил ответ на свой вопрос. Очень странный парень. Нам надо найти лампочки. Мне нравятся лампочки, говорит фигура. Заткнись. Я прохожу на скорость. Я попробую это сделать один раз. Ладно. Но если ты облажаешься... Так, я... Красиво. Ай, как красиво смотрится вообще. Ну, это профессионально. Это профессионально, да. Тут спору нет. Я уже вижу, как фигур потеет, как его фигуровский пот из его фигуровского лица, собственно, истекает, да. Мне кажется, я что-то нашел. Я узнал, что я... Бнеси. Что? Я ничего не понял. Я ничего не понял, что ты там узнал. Можно я пойду на колесо? Замолчи. Это чисто я, когда зашел в игру в первый раз тоже. Нафиг эти лапки, все колесо. Погоди, я что-то вижу. О, вкусные дети, да? Ты посмотри, какая гадость, а? Ты глянь, у него же слюна течет, как обычно, да? Вкусняшки, да, вкусняшки. Подождите меня, вкусняшки. Черт возьми, я хочу игру, в которой синий гоняется за настоящими монстрами из Roblox двери и просто кричит им вкусняшки, подождите меня. И смотреть на перепуганные глаза Скрича и фигуры, это было бы прекрасно. А, у фигуры же нет глаз, да. Ну, то есть, ты же нас не ешь, верно? В любом случае, время бежать. Ань, он ест все. Он ест все. Ты видел эту всеядную рожу? Нашел лампочку. И сейчас еще найду. Слушайте, а Тимати-то молодец. Как он там своими вот этими культяпочками что-то нажимает вообще паучьими на клавиатуре. Боже. И еще одна. Тимати. Ты сумасшедший. Я не Тимати, я Химати. Наверное, это смешно. Тимати, тебе надо отнести лампы к светильнику. Да сделай уже, бегу, давай быстрее. Все, Тимати уже гоняют. Так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, хорошо. И, в общем, давай, вставляем. Ты очень крутой. Почему он тут? Ты знаешь что?
Я самый быстрый! Ну, я понял, у них... Ой, у вас там лицо вылезает. У вас лицо вылезает, товарищ игрок. Немножко непорядок. Смотри, какой я быстрый. Ты быстрый. Но у тебя нету лампочек. Это, кстати, да. Это, кстати, да. Надо хоть одну найти, чтобы не быть лохом, да? Надо хоть одну найти, дружище. Ну давай, амбуш. Ты же самый быстрый в игре-то по-любому. Ну ты сможешь. В Roblox двери ты точно самый быстрый. И здесь должен быть. Что ты творишь? Да, он сделал эту ошибку. Он пришел на рейс-трек. Там никогда нет лампочек. Никогда, ни разу я не видел. Вернись из этой жопы. О, ну зато... Ай-яй-яй-яй, я уж думал, сейчас поймает. Зато он его запутал. Это прикольно. Во, смотри, смотри. Я нашел лампочку. Слишком долго. Сейчас еще найду. Нет, поздно. Так вот, рядом, конечно, найдем. Понятно, что найдет. Почти нашел. Ты ничего не делаешь. Ничего не делает. Ну, бегает же человек, старается. Сейчас он прибежит. Там лампу уже вставляет. Бывает. Это что? Это что за гусь? Это что за гусь? Сейчас как развернусь, как поклююсь, да? Что это вообще сейчас бежало? Сейчас на лампочки на все усрусь. У меня 3 лампочки спустя час. Я наконец-то. О, все. I'm Batman. А чё случилось? О, дедуля. Вы никто там не слышали, а? Это не слышали там. Катан. Смотри, у нас катан, гусь, короче, приседает. Большой синий монстр. Это штука фиолетовая. Тупица! Да что они все ревут? Опять ревет. Опять что-то ревет. Что-то грустный, плачет опять. Ну, сик, ну в самом деле. Ну тебе уже надо это самое, немножко повеселеть в какой-то веке. Приходить сюда. Это была ошибка. Нам нужно найти выход. Мы пришли к выводу. Мы пришли в выводу. Они в выводу пришли. Это комната, комната вывода какая-то или что там? Что там выводят, интересно? Новых таких ублюдских монстров? Возможно, это поможет нам отсюда выбраться. О, смотри, желтый. Кто это? Да, блин, чувак, он не такой страшный, как ты. Чё ты трясешься? Ты на себя посмотри. Вы узнаете в следующей части, говорит желтый. Ну, мы только что видели тебя. Ну как, мы видели не всего его, но тем не менее. О. Блин, вот это прикольно. Так, это Эль Гоблина, Бан-Бан и Синий из Rainbow Friends. Всех собрали. Причем, обратите внимание, у Синего из Rainbow Friends прикольные спортивные штанишки, да. Модно, модно выглядят пацанчики, ничего не скажешь. А вы, кстати, вот сюда кликайте, вот вам другой забавный, прикольный, веселый видосик. Если этот понравился, то этот тоже зайдет. Не лишайтесь удовольствия, как говорится. Все, всем счастливо, удачи и пока, и увидимся вот тут.